Всем, друзья, привет! Мы в Кемере на знаменитой мировой гонке Sea to Sky. Сегодня у нас здесь тихо, потому что гонка, я так понимаю, пролог будет завтра. Я просто зашел и смотрю, как здесь устроились, так сказать, гонщики и все остальные. Ну, классно, потому что здесь народу сейчас никого нету. Он все-таки стоит. Командные какие-то идут товарищи, Хускварна, все дела. Ну, короче, здесь все очень серьезно, очень серьезно. Сейчас мы немножко погуляем, здесь просто я вам покажу, а завтра уже буду там что-то на гонке снимать. Ну, это, так сказать, не по теме. Мотоциклы эндуро, как правило, двухтактные. Подготовленные для жесткого такого эндуро, тут всякие вот защиты, я не знаю, резонатора, лапок, всякие штучки, дрючки. Я, честно говоря, не особо в теме, поэтому мы с вами вместе посмотрим, будем общаться, как бы, что я буду видеть, то и будем обсуждать. Ну, как я уже сказал, моторы у всех, как правило, двухтактные. Я не знаю, чем это обусловлено, видимо, двухтактные какие-то более оптимальные характеристики, нежели у четырехтактных в данном виде спорта, так сказать. То есть гонка, она 3 дня, по-моему, продолжается. Начинается пролог на пляже, завтра будет пляжная гонка. А потом все будут подниматься высоко в горы. Я не помню точно, но, по-моему, чуть ли не до 2000 километров или что-то такое, может быть, меньше. Ну, прикольно посмотреть, на самом деле. Вот только что встретил каких-то ребят из Владивостока, так называемые любители, которые за свой счет, естественно, все это дело организуют. Регистрация на гонку $800, вот мой товарищ сказал. $800 регистрация на гонку, плюс довести мотоцикл из Москвы, сначала из Владивостока до Москвы, потом из Москвы сюда. Ну, слушайте, не бюджетное мероприятие, поэтому движет людьми, естественно, какой-то азарт, скажем так. Переместим сейчас в другое место. Вот магазинчик, пожалуйста. Контора, которая специализируется на продаже вот всяких, скажем так, аксессуаров, которыми можно доукомплектовать мотоцикл, разнообразные защиты, усиленные какие-то крышки, резонаторы, пожалуйста, специальная резина. Плеус Тайрс. Первый раз так услышу, но что-то, видимо, специально для эндуро. Защиты. Штучки, дрючки, ну прикольно. Визировать. Он тогда молчать будет. Подошли, соответственно, к российскому гонщику. Представьтесь, пожалуйста. Гаврилов Михаил. Так, откуда вы? Геленджик. Геленджик. То есть вам такой климат, он достаточно привычен? Ну, плюс-минус одинаково. Да. У вас же там горы и все такое. Слушайте, очень круто. Какой раз участвуете в этих соревнованиях? Там уже, наверное, 4-й, что ли. 4-й. То есть опыт уже огромный. В моем понимании, гонка очень сложная. Ну, это вся сложность состоит в жаре и в огромном количестве камней. Камней это просто весь жесть. Весь трек состоит просто из камней. Куда бы ты ни поехал, везде камни, они все живые, они все острые. Двигаются. Да, то есть одно падение может привести там поломки мотоцикла и не только. Ломали что-нибудь? Ну, за все время, конечно, ломал. Я занимался мотокроссом, и в моем понимании вот эти вот всякие острые предметы стоящие, да, это такая как бы опасная. Ну, каждый камень, да, тебя может скинуть вправо-влево и закинуть тебя на другой камень. Ну, в общем, полно всяких эксцессов. А какое место планируете? Ну, хотелось бы занять я в этой гонке. Я ничего не планирую. Как пойдет? Всегда гонка идет по-разному, поэтому я никогда не люблю загадывать. Приеду, такое место. Окей, а вот предыдущие сезоны 4 раза? 10-й приезжал, 11-й приезжал,
20-й приезжал. Слушайте, ну 10-й это очень круто из такого количества участников. Сколько заявилось? Больше 300 человек, по-моему, если не ошибаюсь. Больше 300 человек. В основном из Европы, конечно. Но в этом году российских гонщиков больше всех. А российских больше всех? Человек 70-80, а остальные такого количества просто не наберут. Да вы что? Обалдеть. Ну, я так понимаю, что из наших сильно это вот вы, Черняев. Да. Леонов Давид приехал, Терентьев Серега тоже приехал. Много хороших гонщиков приехал в этом году. Слушайте, ну очень круто. Спасибо, что уделили время. Пожалуйста. Вот. Я смонтирую, потом можете... А вот бивуак, скажем так, моторхом Лин Джарвис. Это какой-то, я так понимаю, самый знаменитый гонщик в этой дисциплине. Но я из-за своей, так сказать, неподготовленности даже не знаю, из какой он страны этот Лин Джарвис. Да, ну бесполезно брать у этих людей какое-то интервью, что-то спрашивать. Видимо, они какие-то испанцы. Excuse me, Lin Jarvis, where are you? Where are you from? Jarvis. Jarvis is coming after. Yes, country from Jarvis. He comes from Spain. Spain? Yeah. Thank you. Вот, узнали, Лин Джарвис, оказывается, из Испании. Ну, тут, в общем-то, ничего. А, вот, смотрите, это прямо... вот такие вот фуры командные. Охренеть, они, наверное, стоят столько денег. И вот это просто, я не знаю, при поддержке какого-то завода или что-то такое. Ну, тут, естественно, он там кто-то переодевается, не будем смущать. Ну, это прям похоже на какие-то серьезные гонки, я не знаю, супербайк, вот, MotoGP и так далее, там подобное. Да, короче, вот прекрасный пейзаж вдали, горы. Короче, вот от простых людей, которые приехали сами, грубо говоря, за рулем своего микроавтобуса, и вот такие вот командные огромные фуры. Идем смотреть дальше, что тут есть. Ну, слушайте, вот наткнулся на любопытный бивуак. Я так понимаю, это представляет команду Шерко. Шерко. И опять-таки, это Испания. И вот здесь стоят даже триальные мотоциклы. Любопытные штуки. Они всегда мне нравились, но оставались какими-то неизведанными, непонятными агрегатами. Готовят мотоциклы к завтрашней гонке, обсуждают какую-то стратегию. А тут, судя по всему, эта площадка закончилась, но пройдем туда. Увидел ребят, спросил, откуда. Грозная Чечня. И вот любезно согласился один из гонщиков прокомментировать нам свой прекрасный мотоцикл. Добрый день! Вот скажите, как вас зовут-то? Иса зовут. Очень приятно. Из какого вы города? Из Грозного, да? Да, из Грозного. То есть приехали своим ходом на машине? Да. А сколько километров-то тысяч ехать? 250. 250 километров? 250. Понятно. Это сколько заняло по времени? Так, 5 дней. 5 дней. То есть вы не торопясь? Меня задержали в Грузии, 2 дня там. Задержали в Грузии? В смысле, задержали власти? Взяли или... байк. Да вы что? Там, допрос, там, следствие, комитет приехал. Пока они приедут в город, я уже сутки дождался. А, то есть у вас не было на него документов? Документы есть, все есть. То есть и так и получилось? Да, Швеции подали розыск международный. Ага. Так получилось. Я байк привез в Белоруссии в 21-м году. Ага, он оказался интерполовский. Да, да, в 20-летнем году подали розыск в Южный Рост. Ага. А
так я попался. За что и почему вроде подали, это неизвестно, они не дали. Я понял, не объяснили. Не объяснили. Да. То есть конфисковали мотоцикл? Да, просто, да, конфисковали. Да, и вы дальше поехали без мотоцикла, но какой-то знакомый вас выручил и дал вот этот вот триальный мотоцикл. Да. Это что такое, газ-газ? Газ-газ, да, ну, 20-летний год. И, соответственно, человек вот поедет в общем заезде эндуро вот на этом вот триальном мотоцикле. То есть правила, в принципе, это не запрещают. Вряд ли, нет. Ну, вы уже организаторам-то говорили, что на таком поедете? Ну, они просто сказали мне, не знаю, бензин, ну, бак же там 20. Маленький, да? Да. Угу. Я за что возьму пару бутылочек. И там день гонки будет много чайников, там я подберу. Ну, чайников имеется в виду? Ну, новички имеются. Понятно. То есть будете сливать с новичков бензин по дороге. Да. Слушайте, ну надо... Красного нету. А какой новичок? Было 100 грамм. Да, слушайте, ну и мы не будем вас долго, так сказать, отвлекать. Чертовски интересный рассказ. Будем следить. Тема такая у нас. Тема такая, я понял. Но у вас вообще, как бы она ни хрена... Ни хрена не простая. Вот, поэтому все, удачи вам в гонке. Спасибо. Давайте, завтра будем следить. Вас не перепутаешь на этом мотоцикле. Настраивает мотоцикл. Вот он, двухтактный звук. Много дыма. Что это за мотоцикл? Хрен его знает. Вот байк. А, Хускварна? Нет, это Мадэн Чина. Боже мой, вот китайский мотоцикл. А, то есть чисто как бы скопированная Хускварна. Ну, не Хускварна, сверху газ-газ, тут КТМ. Ну, понятно, короче, все это самое в духе китайцев. Называется Хаски. Называется Хаски. Ну, слушайте, а мотор они сами делают? Моторы скопировались с кого? Мотор КТМ, 17-й год. А, не, ну это вы уже поставили. Нет. То есть они поставили мотор КТМ, оригинальный? Да. Нет, не оригинальный. То есть они его слезали и пересделали сами? Да, да, да. Копия мотора КТМ. Слушайте, ну и как качество вот этого мотора, оно имеет место быть? Да. То есть оно более или менее нормально, не сыпется? Да, да. Ну, конечно, чуть похуже, чем у КТМ, но кататься, ездить отлично. Ну, понятно. Ну, наверное, не в каком-то самом жестком режиме. Почему? То есть вот так вот. Ну, а вот я же здесь. То есть вы и самый гонщик, и механик, и все такое. Да. А откуда вы? Минводы. Минводы. Минводы, Пятигорск. Это вы промываете что-то? Да, я промываю. Бензином? Да. А сальники не страдают от этого? Я же не катаюсь. Вот три раза газнул, сейчас масло. И то он там же с маслом бензин. Понятно, понятно. Я всегда так делаю. Отлично. Как вас зовут-то, мы будем за вами следить. Замир, а номер Замира у нас 9-й. 91. А, это не ваш мотик? Мой. Понял, наклею 291. Приехали из Минеральных Вод на микроавтобусе. Да, своим кумом. Сколько тысяч километров? 2 ровно. А, то есть это недалеко получается. Один из кому из самого близко ехать. Да, я тут встречал людей из Владивостока. Да, из Камчатки есть. Из Камчатки, Владивостока. Ясно, Замир. Удачи вам в гонке. Вот. Надеюсь, вас на прологе увижу. Конечно, увижу. Конечно, увижу. 291. Да, но будем следить за Замиром. Вот. А вы это самое можете... Ну вот, друзья, прогулялись мы по командной зоне. Гонки, соответственно, Sea to Sky, которая состоится завтра, пролог на пляже, поэтому смонтирую сегодня этот выпуск обзора вот этой вот зоны командной. Я думаю, что интересные такие интервью людей там из Чечни, из Минеральных Вод, из Владивостока, поэтому смотрим. Кто-нибудь подписался, если есть желание, подписывайтесь, потом будет сюжет про гонку. Всем пока!